Часть первая. Программа Virtual DJ 6 Pro. Урок первый. Интерфейс. В главном диалоговом окне программы Virtual DJ можно выделить две основные части – устройство микширования и вспомогательные функции. Устройства микширования, находящиеся в верхней части окна, представляют собой имитацию стандартного оборудования, использующегося для диджеинга, в состав которого входят три основных компонента. Это микшерный пульт в центре и два CD-проигрывателя по бокам. Такое расположение является наиболее удобным для работы диджея и используется повсеместно. В самой верхней части экрана находится индикатор звуковых волн, графически отображающий волну ударов основного барабана обеих композиций, что может быть использовано в качестве подсказки при мониторинге действия во время сведения. Выше индикатора звуковых волн расположена еще одна подсказка, отображающая текущую долю такта композиции А и Б, что помогает более детально контролировать действия при сведении. Основное меню программы Virtual DJ открывается нажатием кнопки Config, расположенной в правом верхнем углу экрана. Меню состоит из 11 закладок, с помощью которых можно настроить многие функции программы по своему усмотрению. В нижней части главного окна программы располагаются вспомогательные функции, такие как браузер, позволяющий производить автоматический поиск указанных композиций, а также осуществлять их поиск самостоятельно, сэмплер, с помощью которого можно добавить в композицию дополнительные звуки, мастер эффектов, позволяющий добавлять в композицию различные эффекты, и функция Record, позволяющая записать получившееся произведение в отдельный файл или на компакт-диск.